так проще, да? Да. Мазда 5? Угу. Мазда 6. Да стой, куда ты едешь? Ты что делаешь? Как мы останавливаемся, расскажи мне. Постепенно выжимаем сцепление, нажимаем на педаль тормоза. Да что ты? Ставим, а резко на сцепление нельзя нажимать? Почему же? Потому что он сгорает. Сгорает, если резко нажать. Поехали! Мы катимся назад! Когда ты уже да двигатель сожжешь, стартер, поехали! Да заведена машина! Ну? Да первую включи! Ага. Как тяжело! Че ты бросила сцепление? Возьми сцепление! Ну, взяла! Трогай! Трогай! Газу! Сцепление возьми, сказал! Ну, что за фигня? Не понимаю! Не катится! Ну почему она не да едет? Трогайся! Трогайся! Блин, ну вот все горит, сука! Она заведена! Почему она не едет? Так сцепление надо включать! Ну я нажала, его, сука, вышла! Так вот, его надо отпускать. Это X5, это хороший выбор, я знаю. Да сцепление, держи, что оно на мне. Ну чуть-чуть подгнать надо. Я остановлюсь. Я тоже так хочу, можно? Кого прямо? Он объехал. Он за себя платит, за меня кто платит? Поехали. Усатик. Ну, выживаю и... Яна, машина это не игрушка.